Всем привет, меня зовут Дмитрий Эман, я основатель компании Montec, и сегодня я вам расскажу о нашей новинке SlideStop с функцией педали для пистолета ЧЗ-75 SP-01 Shadow и его модификации. Если обычный SlideStop выполняет функцию затворной задержки, то мы решили сделать ее вместе с функцией педали для дивизиона стандарт в IPEC практической стрельбы. Что она дает? Самый главный плюс: вам не надо модифицировать ваш пистолет, чтобы пострелять с педалью и понять, подходит вам это или нет. Для этого достаточно просто достать SlideStop. Где мы тут? И поставить модифицированную затворную задержку. Вот так она выглядит. То есть функция педали. Затворная задержка работает, патроны кончаются, она встает. И можно наглядно посмотреть на версии нашего пистолета Standard Edition. Если мы возьмем стандартную коробку, то вместе с Magwell'ом, магазина нет, но мы сейчас смотрим только по высоте, то есть со стандартными предохранителями пистолет влазит в коробку и можно стрелять на него стандарт. Тестировали разные версии. В будущем будет серебряная, серая. Пока остановились только на черной. Материал такая же сталь, как и заводская затворная задержка. Разница только в том, что делается из цельного куска металла. Фрезеруется. Закалка имеет то же значение, что и заводская, поэтому никакого вреда пистолету эта затворная задержка не приносит.